Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в Longracer Mobile. Сегодня у нас четверг, очередная обновка. Так, давайте пробежимся быстренько, потому что добавили. Появился новый баннер «Свет далеких миров». Мая и июля. Да, шанс увеличен на их призыв, но не стопроцентно при СССР. Выпадет кто-то из них. Думаю, не особый такой баннер, который нужен. Даже новичкам бы не советовал его крутить. Потому что в дальнейшем будет и с Зеридой, и с прочими персонажами баннеры более нужными. И Юля будет в более нужном баннере, где ее будет как-то попроще получить, я думаю. Ну или даже если не ее, то хотя бы Джаглера или Лэндиуса. Так. И следы истины. Это у нас ивент. Как обычно, собираем что? Или будем очки собирать, или предметики. Это мы узнаем попозже. Это я сниму уже потом видео прохождение этапов сюжетных и будем смотреть награды какие там и что. Это уже в следующем видео мы посмотрим. Вот. И самое интересное, самое прям вах классненькое, это Джаглер плюшевый. Самый такой, наверное, многими ждущийся маленький такой плюшевый такой. Но его точно буду брать. Ну, не я, конечно, но всем советую его взять. Это прикольно, это классно. И не советую брать Альмеду Чиби. Бессмысленная, как на мой взгляд, трата купонов, но только если вы, конечно, не любитель подкинуть денежек в игру, тогда, или не любитель чиби. Если вы любите чиби и таких вот героев, это ваше, да. Но, на мой взгляд, это бессмысленная трата купонов. Во всяком случае, для тех, кто не донатит, точно бессмысленная. А вот Джаглер плюшевый — это то, что надо. Советую всем взять и наслаждаться. Ну и вроде бы вот все нововведения, которые нам добавили в этом обновлении. Со следами истины, как я и сказал, разберемся в следующем видео. Надеюсь, видео было интересным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.